Избирательная кампания по выборам депутатов законодательного собрания Ростовской области 5-го созыва Волгодонский наконец стала принимать форму настоящей политической борьбы. С 26 июня кандидаты имели право заявить о своем намерении баллотироваться, но только на последней неделе первый из них принес заявление с подобной просьбой в избирком. В настоящий момент в территориальную избирательную комиссию обратились 4 человека, которые решили вступить в борьбу за место в Донском парламенте от Волгодонска. Итак, это депутат Волгодонской городской думы Татьяна Воронько, выдвинутая коммунистической партией. Ее коллега по местному парламенту Геннадий Кудрявцев от ЛДПР. Ростовчанин Дмитрий Караченский, идущий под флагами справедливоросов, и действующий депутат Заксобрания Юрий Потогин, выдвинутый Единой Россией. До конца срока подачи документов остается 2 дня, то есть список кандидатов может измениться. В настоящее время ТИК Волгодонска проверяет сведения, поданные претендентами. Официальный же статус кандидата они получат после процедуры регистрации.